Блин, страшно, камздец. Не пугай ты меня. Не будил тебе камень 7 дерева. Я бы все починил, просто плод и все. Смотри, тут чучело кидается, сволочь. Шаман-то не боится огня, блин. Он загорелся! Дебил. Шел нахер отсюда. Я болею этой ветрянкой. Ветрянка заболел, блин, он меня отравил. Эти твари плот наш отхерачивают. Что молодняк вообще? А? Что молодняк? Сожгите их, молодняк. Что сжечь, бля? Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Виталий, он же Манка. Мы продолжаем выживать в Вальхейм с Матвеем. Короче, пытаемся тут плотом управлять. Это оказывается так трудно. Вообще капец просто. Надо ветер ловить. И непонятно как, блин. Как можно парус повернуть? Хотим доплыть до острова, где второй босс. Ух, просто посмотреть, но это, блин, это очень трудно, оказывается, сделать. Или сразиться. Чё-то плот еле плывет, блин. Непонятно, как парус поворачивать, как опускать, спускать, понятно, а как его повернуть. А ты возьмись за этот, попробуй. За столб, если ты возьмешься, сможешь что-то делать? Например, повернуть его. Не смотри, не упади. Ох ты ж чё! Я могу только... Короче, у нас опасное путешествие, блин. Если нас там убьют, то мы за пожитками-то не вернемся никак. Это надо будет строить плот опять. Там мель справа, чё ты мне направо? Видишь там мель, остров? Надо вот так вот, как плывем, так и плыть. Чуть-чуть налево даже. Ветра нет опять, опять ветер не туда дует. Блин, бесит. Как ветер этот вонючий ловить, блин? Хрен просышь. А ветер вообще тебе не наш стоит. Так вот в том-то и дело. Так заколебаешься плыть. Сколько так плыть-то будешь, блин? Вот на том конце просто сделать, все. Подожди, пока ветер будет в наш стоит. Запаришься ждать. Да ну, это долго, я не хочу так долго плыть. Так и я не хочу так долго плыть. Мы вообще на месте стоим, блин. Пошли, да нас набралось цапа несет. Пошли на том конце острова сделаем. А, мы легче. Как там? Да не бей ты его, надо как-то, блин, поворачивать его. Ну, надо подождать, пока будет в нашу. Спрыгивай, плыви к берегу, чё ты? Блин, когда он будет в нашу сторону-то дуть? Ни хрена не пойму. Ох ты ж, чёрт, нафига я плот-то, блин, бью? Наш плод сломается. Да грёбаный кибастос, ветер, ты заколебал. Когда ты будешь дуть в нашу сторону? Почему нельзя плыть без ветра? А, во-во, блин. Все, я понял. Вот мы дурни, блин. Просто парус надо убирать и грести, типа веслом гребешь. А вот теперь ветер есть, можно и парус приспустить. О! Опять, ну что?
Все, я понял, как плавать. Ты убери оружие, на R нажми, чтобы оружие спрятать, а то вдруг ударишь нечаянно. Расшибем плот, утонем, и все, кабздец. Придется все заново себе крафтить. Так, вот так вот пойдем возле берега. Да даже с ветром все равно как-то он не очень быстро плывет. Интересно, когда корабль можно будет строить? Вот это будет интересно. Так, вот так надо идти вдоль берега. О-о-о, сколько нам плыть, ёшкин кот. Тут еще всякие акулы водятся большие, говорят. Которые молот сожрать, что ли? У тебя есть молот? Кто? Молот? Есть. Да. Лучше нет. А его разве можно чинить? Так, мама, молот. Отсутствует ремесленная стойка, он мне пишет. Так что нельзя здесь чинить. Да возьмись ты за руль, блин, гребаный таки бастос. Нет, он говорит, отсутствует ремесленная стойка. Это что, на плоту еще стойку ремесленную надо построить? Чё? Верстак? Да, да. Верстак. Так, чё мы там не врежемся на мель, не сядем? Вроде нет. Тут еще колесико мышки можно отдалять и приближать. 7 древесин. Когда я тебе ее дам? Сейчас. Давай приплывем, то потом дам. Куда приплывем? А? Так, вот так надо плыть. Да, это долго, блин, плавание это. Кого? Так, там какие-то камни впереди, как бы не вхерачиться в них, надо оплывать. Вот так вот. На мель можно, на бревно торчит прямо из-под воды. Капец. Так, поворачиваем. Еще чуть-чуть, все прямо. В принципе, нормально. Главное разобраться, как управлять. О, мы вроде выходим на дорожку. Да еще нет. Ну, еще чуть-чуть осталось. Вон за тем мысом. Нифига там какая рыба плывет. Не, надо удочку, чтобы рыбу ловить. Если мы будем сражаться в какую-то акулу, то зря сделал стрелы. Так, я пока на паузу запись поставлю, потому что, наверное, не очень интересно смотреть, как, блин, плывешь просто. Очень обратно. Что, друзья, мы выходим в открытый океан. Остров остается позади. Что-то прям страшно реально становится, блин. Во-во. Блин, акулки нападут на нас. Мы не знаем, откатимся просто. Вам холодно.
Ты бы тоже молот с собой. А, блин, сейчас шторм начнется и нам кобзда придет. Я тебе отвечаю, прям черное небо стало. Пугай меня, да папа. Блин, страшно, кобздец. Да не пугай ты меня. Я убил тебе камень 7 дерева, я бы все починил, просто плод и все. Нам как раз вон в ту черноту надо плыть. Вот, не мой. Чтобы страшно было, факел зажигал. Во, вот так. Прям в чер... Нифига тут какой океан. Может, ну ее нахер, это надо корабль... Этот, корабль сначала построить, потом на туда да. плыть. Ну нахер, ну все, либо плываем, либо умираем. Ну че, плывем или нет? Не знаю, я боюсь. Ну уходим отсюда, все. Ладно, не надо, давай не плывем, 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 раз взялись. Потом нифига, сколько опять крафтить всего надо будет. О-о-о. Где там есть остров впереди какой-нибудь, видишь, нет? Я вижу остров вроде. Да, я тоже вижу остров. Это остров? Это остров. Или это океан? Ну, пока что океан. Нам бы до острова до этого доплыть, высадиться, и тогда нормально было. Посмотреть, какое расстояние. Я боюсь, что мы либо утонем, либо что-то типа того. Ладно, тихо, блин, не нагоняй. Жути. Уже, ну, прям уже наплачивается. Мы посмотри назад, мы еще не так уж далеко-то и отплыли. Вон землю видно, ага, деревья. Неправда. Все, деревья уже не видно, папа. Вид... А уже нет. Уже не видно. Блин, зато какое небо красивое, ёшкин кот. О, дай-ка я вот так вот скриншот, блин, сделаю. Не, с боссом мы точно не будем сражаться. Это очень рискованно будет. Да мы просто посмотреть. Нам бы вообще доплыть до туда, блин. Если мы не доплывем, то мы точно потеряем ресурсы. Чё далеко, кобздец. Тут еще знаешь, что хорошо, что если ты даже не ешь, у тебя за здоровье совсем на ноль не падает. Оно на 25 останавливается и все. Вот это хорошо. То есть можно и не жрать, в принципе. Это мой бог, сражаешься. Он уже видно землю. Я уже вижу первый клочок земли. Я что-то ничего не вижу, кроме тучи темноты какой-то. А, во-во, что-то проглядывается, ага. Вообще назад все течет. Путешественники. Так, надо парус убирать. Что? Давай. Я буду грести. Я гребу это просто веслом. Ветер не туда. Ветер навстречу ладно, стал. Хотя бы кусочек мяса. Кусочек мяса хотя бы съел. Зачем? Ты, кстати, мясо съел, у тебя зеленая полоска над тобой стала наполовину меньше почему-то. Это как понимать? Это мясо отравленное. Блин, почему это? Ветер не в ту сторону подул, так опять долго плыть. О, вижу дерево вижу. Высокое, вон, спереди. Вон дерево. Я не вижу. Вон. Видишь? Дерево, видишь? Не вижу я ничего. Да вон прямо, блин, большое дерево. Не вижу я, не прогружается. Ты что, блин, слепой что ли? Вот, все, теперь вижу. Может, тут камень не такой мощный. Кстати, смотрел, как Гидеон там играл с кем-то. А они построили плот. Из игры вышли, а потом, когда зашли, вместо плота одни щепки, доски были. Видать, его штормом разбило возле берега. Так что вот так вот. Ой, шторм начинается. Кстати, еще чуть-чуть осталось-то. И шторм сейчас начнется, блин. Я вот еще хреново не вижу это. Сейчас мы в землю врежемся, блин. Да плот от этого не сломается. Мы все равно на маленькой скорости плывем. Ты смотри, но там... Тут еще тучи какие-то, туман, как будто мы на остров Кинг-Конга какого-то плывем. Примерно так и есть. Где земля-то уже, блин? Чуть правее.
взять. Причалить. Да вон я вижу землю. Горы или что там. Да, мы уже почти, мы уже у берега. Да? Я что-то не вижу. А, во-во, что-то вижу. Скалы, что ли, или что? Ни хрена не пойму. Это туман гребаный, блин. Ничего не видно. Право руля. Ты куда это взял резко? Хочу плыть. Она в камень лезет. Она прям к берегу причалится. Так, я... Дня? Я пока это... Перестал грести. Греби давай. Грибу, грибу. Грибу, грибу. Там, под, там подождем, пока этот... Под день не встанет. Грибы или какие? Грибы, грибы отсюда. Вон вижу деревья прям близко. Здорово. Все, земля на карте. Земля на карте появилась. А, точно, ага. Так, надо потихоньку причалить как-то. Чё ты делаешь, блин? Да говорю, случайно бью. Так ты спрячь оружие на R. Плот и так половина у него осталась уже. Развалится нахер. Надо будет с этой стороны на берегу верстак поставить и починить плот. Вот уже земля. Где? На греби. А, вижу, вижу, ага. Ладно, все, нажираемся. Все, нажрался. Смотри, тут чучело кидается, сволочь. Слезаем с плота. Уж, не ливанули. До звезд... он от звездочки. Ух, ничего себе, он нагрел. Они сильны. Костер надо бы здесь поставить. Они к костру быстрее! Не... Они к костру не подходят. Да блин, путаюсь. Ну давай, блин, я их кто-то впугивал. Ходите. Фига, они еще, и, они еще и плавать умеют. Кого тебе? У меня нету столько дерева, у меня две штуки всего дерева. Шаман 3005. Шаман-то не боится огня, блин. Бум-бум-бум. Он загорелся! Дебил. Пошел нахер отсюда. Я болею этой ветрянкой. Заболел, блин, он меня отравил. Эти твари плот наш отхерачивают. Сейчас я отхерачу. Стрелой ему в лицо дал. Скидыч. Плот уезжает. Убивай. Не дадим. Репарку его. А, я захлебываюсь. А я сейчас сдохну! Да не сдохнешь ты! Еды поешь! Ем, ем! Когда утро уже наступает? О, все! Фух, пережили! Все, можно выдвигаться, только плот прям припаркуй хорошенько, чтобы не упал. Так как я тебе его припаркую? А где там лестница-то, чтобы на него залезть? Сзади. Припаркуй его прямо на землю, его посади. Он не плывет. Вот тут как раз надпись еще про землю. Все, кто читает эти слова, слова заклинаю вас. Берегитесь греев дворфов, бездушные твари, что рыскут лучи, прохождение, гниение, сырости. Они вырастают из земли после дождя, подобно грибами. Они безмолвны и глаза пусты. Их должны опасаться даже храбрейшие из храбрейших. Так, душа, короче, миренье. Читать тут все кашки скучно. Чё, идем? Черный а лес, мы... блин. Ты посмотри, куда мы высадились. Чё, это остров, что ли? Мою
Вот, блин. Или так плывем, или не знаю как. Не-не, так мы не переплывем, мы утонем нахер. Слух, нам еще назад бы вернуться. Надо, знаешь, что сделать? Надо плот починить. Ой, ломать деревья. Так. Вот это мы, блин, приплыли. Так приплыли. И, кстати, надо метку поставить, где плот-то у нас. Я уже его потерял. Где он? Как? Где? Где мы высадились? Не-не, вот он. Надо здесь метку поставить, блин, что здесь плот. Так. Плот. Помоги мне тут сосну разломать. Подожди ты. Верстак поставлю. Я сломал две большие сосны. А, блин, загорелся, сука. А, нападение! Все, я починил плот. Помоги, на меня напало. Орава этих монстров. Откуда они берутся-то, если здесь вокруг вода? Ты говорю, там в надписи было то, что они как грибы из-под земли после дождя влазят. Смотри. Выносливость, ручки. Выносливость заканчивается. Чё ты забил его? Молодец. Да, все, ломать деревья, которые я порубил. О, да здесь капец, блин. Здесь вот... Это, короче, это какое-то болото или чё, блин. Здесь по камням надо прыгать. Плот хорошо пристроим. Проверь. Да хорошо, я не поплыву здесь. Ну и нахер, блин. Выносливости, проверь, плот. Выносливости не хватит. Хватит. Не хватит. Да хватит. Да не хватит. Ну хватит. Ну и куда ты там, ага? В камень? Давай, давай, я лучше на плоту. Я лучше на плоту доплыву до туда. Камень, камень, каменюшечек. А, ну я доплыл. Ай. 4 хп. Доплыл? Да, доплыл. Так, опачки. А, что-то не гребется, блин. Давай! Ко мне подойди, блин. Урань только с плотом. Я вокруг оплыву сейчас. Урань. Твари, блин, кидаются. А, пошел вон, сволочь, плот херачит. Урюк, отплывай, блин. Да отплыл я, отплыл. Разворачиваюсь. Я к боссу пошел. Где там? Чё ты там уже нормально, да? В твердая поверхность? Я уже давно на земле. Чё-то я плохо плыву, потому что ветра нет. Так, грести буду. Потому что зачем надо было на плоте? Да уж, конечно, я не хочу там плавать. А, я нашел тут целую раву. Кого? Да они тут штук 10. Ищи гнездо ихнее. Пока гнездо не расхерачишь, они так и будут появляться. Да нет, тут башня, они возле башни. А. Тут, по идее, на каждом острове надо дом иметь, блин. Ну, по идее, надо бы там нет. Подойти помочь. Я плыву, плыву. Ветра нету просто. Я грибу. Ай-яй-яй, меня пнули. Отвалите от меня, бомжи. Парус, кстати, сам поворачивается. Когда ветер ловишь, он сам поворачивается. А чё, блин, опять ветра нету. Бесит, блин. Только что был, уже нету. Где там берег-то? Я вернулся отомстить вам.
Ой-ой-ой-ой-ой, здесь столько камней всяких. Аккуратно надо прям. Рыба такая блестящая. Куда там причалить-то, блин, можно? А, вон, вижу. Они с ним сражаются. Между вот этими камнями причалю, наверное. Надеюсь, прокатит. Так, тут бочку нашел. Сломал. Главное, на мель не сесть. Все, я причалил. Как боссу иди. Ты где? Я к боссу подхожу. Уже фу, подходишь? Лова очень много. Ты не подходишь к нему? Подхожу. Олова много. А, вон вижу это. Так, черники надо собрать. Я собрал много, я оплатил. Да, здесь олова много. Вот эти его охраняют. Кто? Синеглазый. В доме ничего не было? Лутал? Я уже лутал. Лутал дом, ничего не было. А что там было? Да я не помню уже, но тут зарав на меня напал. Где ты, блядь? Будите. Что-то здесь прям какая-то водянистая местность. Черный лес, елки-палки, это все черный лес. А черный лес он опасен. Вот это тут статуи. Статуи? Тут прям какой-то пьедестал для призыва. Статуи птичек. Статуи птичек? Древняя чаша. Тут надо предмет какой-то сжечь. Какой? Вон камень. Сожгите их, молодняк. Сожгите их, молодняк. А чей молодняк-то? Молодняк вообще. А? Че молодняк? Чей молодняк, блин? Кто это? Да че знаю, что ли? Сожгите их, молодняк. Сожги. Что сжечь, блин? Он у тролли сожги, не знаю, что-нибудь. Нет, я сейчас вот это попробую сжечь. Ничего не происходит. Да нет, это не голова тролля. Не-а. И не скелет. Я не знаю тогда, что тут надо. Тролль не подходит. Скелет не подходит. Грейт Ворф тоже не подходит. А, да. Надо это посмотреть, что это босса. Это, наверное, значит... Это значит, наверное, кто-то здесь будет, на этом острове, и его молодняк тут надо будет сжечь. Че, обратно даем или дом сделаем маленький домик? Да нафига нам тут домик? О, медь прям здесь. Вон пещеру вижу. Мы уже знаем эту пещеру, уходим отсюда. А, я не пометил место плота. Где плод? Да блин, ну... Да он вот здесь вот где-то. Вот тут вот где-то он. Где вот тут-то вот? Пошли за мной. Да, блин, что-то мы столько долго плыли и все зря. Ну хотя почему зря, посмотрели, что тут есть. Местность разведали. Надо корабль строить. Надо как-то корабль строить. Чтобы быстрее плавать. Быстренько приплыл. Расфигачил все. Да помоги! Не ори, а. Не ору я. Сам залазишь, блин, в какую-то хрень. За мной, да отвалите вот меня, истуканы жирные. Иди за мной сюда, куда ты там лезешь? Куда с тобой? Я сражаюсь с ними, они на меня напали. Меня на карте видишь, иди ко мне. Не,
меня напали. Как да убеги ты от них, да и все, блин. Не могу я убежать. Ну и сражайся тогда. Сам же лезешь к ним. Лезу я. Я тебя жду на плоту. Я на плоту тебя жду. Сейчас обратно поплывем. Или выйдем из игры. Я надеюсь, здесь она сохранится. Ну, в общем, дорогие друзья, вот такое вот путешествие. Посмотрели чуть-чуть новый остров. В следующей серии подумаем, что делать. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока и удачи.